Когда ты прав, ты прав, да? Можешь передо мной не извиняться. Она нас кинула, потому что знала, что ты кинешь ее. Симпатизируешь девушке, которая надрала тебе зад, а? Ух ты. Вперед! Грузите все на борт! Ладно, нам пора. Они скоро взлетают. Восхитительно. Кто готов внести вклад в историю? Я наложила карту на изображение со спутника. Сбросим оборудование с воздуха в Киамби на Филиппинах. Наши люди там примут его. Мы найдем горшочек на конце радуги здесь, в Кала-де-Оро. Дамы, пора подготовиться. За дело! Приближаемся к зоне высадки. Открываю грузовой отсек. И победителю трофей. Ну, выпейте и передайте. 500 лет назад мою семью предали. Да. Кучка исследователей. Они нашли величайшее сокровище. И знаете что? Спрятали его. Веками люди искали его, но тщетно. Это я должен найти золото моей семьи. В меня никто не верил. И, конечно, не мой отец. Но сегодня... Сегодня я восстановлю состояние Манкада и смогу вернуть честь своему дому и заслужу свое место в... Папуля был прав, ты ни на что не годен. Дом Манкада умрет с тобой. А где Фрейзер? Нужно найти ее. Худшие 10 часов моей жизни. Хочешь попасться? Болтай дальше. Умница, Джо. Вот, блин. Сложно найти хорошего партнера, да? Может, научишься ценить меня чуточку больше. Ладно, нужно найти парашюты. Парашюты? Зачем? Другие идеи, как выпрыгнуть из самолета. Похоже, эта девка свалила. Эй, и не думай об этом. Нет, она должна заплатить. Неудачное место для драки. Ясно? Я хочу защитить тебя. Надевай парашют, нам пора. Эй! Ты убила моего брата? Я спрашиваю, это ты убила моего брата, Сэма Дрейка? Нейт, уходим! О, боже! Ah!
Медок, мы нашли девчонку! Избавьтесь от нее! О, черт! Мы все разрулим, Фрейзер! Брось пушку! Сигнальные ракеты. Сомневаюсь, что ты считала. Осталась всего одна пуля. Отдаю тебе должное, Фрейзер. Борец до самого конца. Это ужасная идея. Но вот он, конец. Нейт? Да хорош! Какого хрена ты делаешь? Ты сбила меня машиной! У тебя нет парашюта? У тебя нет парашюта! За мной! Что? Давай, давай! Черт! Тяни кольцо! Нейт, быстрее! Пытаюсь! Держись, держись!